Изучаем чувашский язык. Передача подготовлена на основе учебного пособия Геннадия Дегтярева. Чуваш чельхине вренеть пэр. Начинаем 11-й радиоурок. Бунбермеш радиоурок пушлакпэр. Пища. Абат щимеш. Завтрак. Ирги абат. Ужин. Кашхи абат. Обед. Кондор абаче. Питание. Абат. Абатлану. Варить. Печь. Пешер. Жарить. Ожала. Шаритле. Готовить. Стряпать. Хатерле. Чистить. Тазат. Супы. Яшка. Шурбе. Абат. Бульон. Шурбе. Куриный суп. Чох яшки. Уха. Пула шурби. Гороховый суп. Борща яшки. Щи. Кубаста яшки. Мясо. Ашпаш. Ашкакай. Баранина. Сурах аше. Говядина. Ине аше. Свинина. Сысна аше. Гусятина. Хуркакае. Телятина. Пару аше. Пода. Гречневая каша. Хуратул патты. Овсяная каша. Селя патты. Рисовая каша. Рис патты. Манная каша. Манна патты. Пшенная каша. Вир патты. Ячневая каша. Урба патты. Закуски. Ширтмалы. Грибы. Комба. Соленые грибы. Тварлана комба. Икра. Вольча. Рыба. Пула. Колбаса. Колбасы. Копченая колбаса. Тетемление колбасы. Масло. Щу. Растительное масло. Тип щу. Сливочное масло. Услам щу. Сметана. Хойма. Соль. Товар. Хлеб. Щегар. Белый хлеб. Шуршегар. Яичница. Ожалана щемарда. Яйца вкрутую. Чемарла щемарда. Яйца всмятку. Калакла щемарда. Овощи. Пахча щимиш. Картофель. Щерулми. Лук. Сухан. Морковь. Кишер. Огурец. Хояр. Перец. Борщ. Сладкий перец. Тутла борщ. Репа. Щарок. Свекла. Кошман. Чегендер. Чеснок. Ухра. Десерт. Пылак щимеш. Блинчики. Пелем. Блины. Икерче. Ватрушка. Пюре меч. Мед. Пыл. Сладкий. Пылак. Пирожок. Куголь. Пряник. Перемек. Фрукты. Улма щерла. Вишня. Чие. Клубника. Щер щерлы. Малина. Хамла щерлы.
Смородина. Хурлахан. Яблоко. Панулми. Улма. Ягоды. Ширласен. Напитки. Эшме. Чай. Чей. Крепкий чай. Шра чей. Вино. Эрех. Белое вино. Шур эрех. Красное вино. Херле эрех. Вода. Шив. Минеральная вода. Минералла шив. Водка. Шурри. Щуты. Молоко. Сеть. Кофе с молоком. Сетле кофе. Пиво. Сыра. Чувашское пиво. Чуваш сыри. Простокваша, ряженка. Турах. Сливки, сметана. Хойма. Шампанское. Шампанский. Сладкое шампанское. Пылак шампанский. Ваш столик свободен? Кусители ежинманы? Есть ли у вас пиво? Сирень сарапури? Принесите нам пиво. Перевали сарайльзе килерха? Дайте мне, пожалуйста, сметану. Мана хайма парарха тархасшан? Что вы посоветуете? Езир мэнсенетер. Что вы предпочитаете? Езир мэнкамалатар. Мне что-нибудь легкое, пожалуйста. Манавали шамалрахапат пулдар. Сколько стоит бутылка кваса? Перкеленче квас меньхак. Я заказала квас. Епе квас за каспадом. Это можно заменить? Шакна уштармашуки. Это слишком сладко. Ку утлаши пылак. Это слишком кисло. Ку утлаши юще. Нам очень понравилось. Пире пите килешре. Было очень вкусно. Пите тут лабульче. За ваше здоровье. Сирень сывлахшан. Одежда. Тумдир. Щипущ. Перчатки. Перчатки. Пиджак. Пинжак. Трусы. Труси. Чулки. Чулха. Фуражка. Картуз. Картуз. Шапочка. Колпак. Колпак. Варежки. Рукавицы. Алзыш. Алза. Воротник. Щуха. Воротник. Пальто. Пальто. Щухи. Карман. Кесье. Положить в карман. Кесье не хур. Мех. Шкура. Тир. Платок. Тудар. Носовой платок. Самза тутри. Подол. Арка. Подол шубы. Керек арки. Пояс, кушак, ремень. Пишихи. Платье женское. Кепе. Платье. Пуговица. Тюме. Застегнуть пальто. Пальто кюмеле. Рубашка, сорочка. Кепе. Штаны. Ем. Шуба. Керек. Эзир мен туянашын. Епе, костюм туянашын. Эзир межемш размер дагынадыр. Манын херхсакрымш размер. Пю шержитмль сантиметр. Таргашын ага вишемш рост. Куыт латексем, шудырахкене кытардырха. Шага сире кележеди. Кележед. Тахан забахма юради. Таргашын шагында керер. Кумана юрад. Тавах сире. Обувь. Ада пушмак.
Ботинки, башмак. Пушмак. Валенки. Шемада. Каблук. Келе. На низком каблуке. Лутра келелля. На высоком каблуке. Шюлля келелля. Крем для обуви. Ада пушмак креме. Сапоги, сапожки. Ада. Дамские сапоги. Херарм аты. Пара туфель. Пермажер туфли. Где находится обувной магазин? Ада бушмак магазине штагунда. Когда открывается магазин? Магазина хошану чаще. Можно примерить эти туфли? Ку туфли таханзабахма юради. Какого цвета вы хотели бы? Сире ментесли кирля. Покажите мне те черные туфли. Мана шав хура туфли катартерха. Покажите мне те коричневые туфли. Мана шав хомар туфли катартерха. Украшения и туалетные принадлежности. Бусы. Шарша. Зеркало. Кегер. Кушкаски. Кольцо, перстень. Шере. Надеть кольцо. Шере тохон. Мыло. Субань. Мыться мылом. Субаньбе шован. Ножницы. Хача. Полотенце. Алжалли. Питшалли. Серьги. Холга шакки. Цепочка. Вочера. Сай Якове, чваш чальги сава. Ашта гайзасында ильдеди бебе, тыван чальхемен тунзах сасине. Тусем галашна джух тыван чальхемем, шурагаш тега евер эс шемже. Санба мангалах чуниде илеме, шуре чульдеде, шаржинде вешсе. Журлана джух сасу хитреде, уже итлет варманда, хирде янраза, чулзем жинжи, камми тами шелгуже, юхса ебанна бег сосу таза. Яки ярза аджашан калашмаллах, шулла жапшуда уях шевлинджень, туза за наш ратна манан халах, за наш варна шапчак юринже. Анжахта халахан шили хаярран, чередулы юсе тапса тухсан, чваш чальхи, чальхемем шелька варран, шунать баюда сан, юруда сан. Народный поэт Чувашии Яков Ухсай. Чувашский язык. Везде родной язык я вспоминаю, везде его слова в душе звучат. А если земляка случайно встречу, от радости захватывает дух, ласкают слух слова родимой речи, приятной, мягкой, как лебяжий пух. В народной песне, грустной или задорной, как славно ты звенишь, родной язык! Ты свеж и чист, и светел, словно горный вниз по камням струящийся родник. Для задушевной дружеской беседы чувашского народа сыновья из лунного тебя сковали света и напоили песней соловья. Но в час, когда мы говорим с врагами, становится иною наша речь. Тогда родной язык горит, как пламя, звенит, как обнаженный к бою меч. Прозвучал 11-й заключительный радиоурок.
передачи, подготовленной Чувашским радио на основе учебного пособия Геннадия Дегтярева «Изучаем чувашский язык». С вами беседовали народная артистка Чувашии Татьяна Ефанова, заслуженная артистка Чувашии Галина Пескова и артист Александр Степанов. Редактор передачи, заслуженный работник культуры Чувашии Петр Андреев. Всего вам доброго! Изучайте чувашский язык!